Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Yuragim sen deb so'zlar, va'doyim sen deb bo'zlar. Menga ne kerak ko'zlar, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Лайло, ты где была? С подругами виделась, а что? А у кого ты спросила разрешение? Я тебя везде ищу. Ты ушла и ничего не сказала ни маме, ни мне. Мне теперь не хватало отчитываться, что ли? Я взрослая женщина. И сама знаю, что мне делать. Что ты хочешь этим сказать? Я тебя не понимаю. Почему это ты у меня не должна спрашивать? Ведь я твой муж. А что вы мне сделали, будучи моим мужем? То, что вы мне изменили? Или вы заботились обо мне? Замолчи! Тихо, что случилось? Вы стали голос повышать? Мама, вы видите? Она без разрешения вышла на улицу. Можно же было предупредить меня. Бог знает, с кем она там встречалась. Успокойся. Она меня предупредила. От Обеки. Вы мужа не предупредили? Мамочка, я хотела сказать. Иди занимайся своими делами. Иди. Садитесь. Почему вы ушли, не сказав мужу? Как бы то ни было, нужно было его спросить. Это ваша обязанность. Что вы делаете? Мама, я ничего плохого не делаю. Это так. Но почему-то... Я теряю к вам доверие. Я, конечно, часто причиняла вам боль. Но ведь я старалась для вас, чтобы в вашей семье все было хорошо. Пожалуйста, не позорьте нашу семью перед всеми. Не делайте так. Пожалейте меня, пожалуйста. Мамочка. Я вас... никогда не обманывала, мама. Пусть это будет на вашей совести. Подумайте о своих детях. Они уже выросли. У них должно быть светлое будущее. Мамочка, простите меня. Я постараюсь. Думайте, прежде чем что-то делать. Здравствуйте, Кеное, как вы? Здравствуйте, Дауранджон, как вы? Спасибо, Кеное, как вы сами? Не устаете? А вы сами не устаете? Спасибо. Дауранджон, если вас не смутит, у меня к вам есть одно предложение.
У нас здесь есть вакансия, знаете... Спасибо, Киноя. Но мне перед вами будет как-то неловко. Может, я найду себе другую работу? Ну ладно. Но если вам будет нужна помощь, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. Я понял вас, Киноя, спасибо. Ладно, Дауранджон, будьте здоровы. Ладно. Ладно, спасибо вам. Хорошо. Всего доброго. Сегодня вам намного лучше, Дунью. Есть изменения. Вы обязательно поправитесь. Знаете, я сейчас встретилась с Шерзотаке. Он тоже чуть ли не погиб. Он боролся за жизнь. Преодолел множество препятствий. И вот теперь наконец поправился. С вами тоже все будет хорошо. Вы поправитесь. Я в это верю. У меня перед вами большой долг. Я должна вам оплатить за все. За все, что вы мне сделали. Вы всегда делали мне добро. В жизни нужны хорошие люди. Вы тоже обязательно поправитесь. Здравствуйте, Дауранаке. А, Малика, здравствуй. Ты в порядке? Спасибо, все хорошо. А как вы сами? Да, спасибо. Я была у Киная. Она, оказывается, вам предложила работу, а вы не согласились. А что, она обиделась? Да нет, не обиделась. Но все же было бы хорошо, если бы вы работали. Готовая работа. Вы бы отвлеклись. Это лучше, чем сидеть дома. Сестренка, как бы я с ней работал? Ты ведь сама знаешь, что было. С каким лицом я к ней пойду? Киная... От чистого сердца вас пригласила на эту работу. У нее нет обиды на вас. Она видит, вам тяжело. Поэтому хотела вас отвлечь, занять работой. Да, ты, может, и права, но не все так просто. С одной стороны, моя мужская гордость, а с другой стороны, как я с ней обращался. Даст Бог, я найду работу. Встану на ноги, справим твою свадьбу. Теперь у нас будут только радости. Ну ладно. Все будет хорошо. Ведь у вас есть мы. Спасибо. Я зайду. Мне нужно переодеться. Да-да, конечно, ладно, хорошо. А потом помогу Киное. Алло, здравствуйте. Здравствуй, Акмаль. Ты где? Я в Фергане. Что-то случилось? Да, клиент позвал. Я поехал, чтобы с ним встретиться. А, ну хорошо. Когда вернешься? Даст Бог, планирую выехать завтра утром. Хорошо. Быстрее приезжай на работу. Нужно встретить 3-4 клиентов. Ладно, пока. Хорошо. Здравствуйте. А что у тебя с рукой? Нечаянно прищемило. Ну да. Как твои дела? Хорошо. Что скажешь? Есть заказ на 17 тонн. Сегодня-завтра вопрос будет решен. Это хорошо, хорошо. Наша прибыль уже, наверное, умножилась. Я как раз занимался подсчетом.
Вот, по 4 миллиона. Ого. Когда привыкаешь к большим деньгам? Эта стипендия кажется странной. Это только цветочки. Ты еще, уходя, должен сказать Шахисе, сколько получил. Дожили мы до этих дней. Ладно, пусть пойдут впрок. Надеюсь, так будет не всегда. Ну, да, надо будет немного потерпеть, потом все будет хорошо. Мало или много, но на рынке нас уже знают. Придет время, и мы закопаемся в деньгах. Не переживай. Так, ну ладно, иди и быстрее реши свои дела, хорошо? И как можно скорее реши вопрос с 17 тоннами. Мне можно это забрать? Да, главное, покажи шахисте. Спасибо. О, у вас хорошее настроение, зарплату получили. 4 миллиона. Хорошо. Ой, Фирузапай, я как раз к вам шла. В чем дело? У меня телефон отключился, можно я позвоню? Хорошо. Вот ключ. Спасибо. Аппарат абонента выключен. Или он находится вне зоны обслуживания? Ой, у дедушки телефон отключился, что ли? Алло, Ранапа, здравствуйте, как вы? У вас все хорошо? Да, Йилдиз, как ты? Как твои дела? Спасибо, слава богу. У дедушки телефон отключился, я не могу до него дозвониться. Я немного сегодня задержусь на работе. Передайте ему, пожалуйста. Если не трудно, присмотрите за моей дочерью, пожалуйста. Прошу вас. Ну, все хорошо. Ты не волнуйся. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, ладно. Ладно, всего доброго. Алло. Алло. Йилдиз, как вы? Здравствуйте. Здравствуйте. А где вы? Я в больнице. Вы сегодня не пошли домой? Нет, у меня сегодня больная, я с ней осталась. Она близкий мне человек. Да-да, я в курсе. Ладно, берегите себя. Сильно не утруждайтесь. Нет, сегодня я пойду домой. Ну, ладно тогда, как-нибудь увидимся. Хорошо. Ладно, увидимся. Будьте осторожны. Всего хорошего. Будьте здоровы. Опа. Да. Вот и клиентов у нас прибавилось. Да. Теперь нам нужно будет работать еще быстрее. Наша продукция всем нравится. Вот видишь, нога у меня легкая. Ну, а при чем тут ваша нога? Опа, как вы любите себя хвалить? А что, разве я не стою похвал? Ну, конечно, стоите. Да, кстати, что-то твоего таксиста не видно. А-а-а. И в последнее время он стал поздно приезжать. Ну, что вы так говорите? Он ведь не таксист. А. Он мой друг. Всего лишь. Ну, вы только посмотрите. Как она его защищает, а? Ты случайно не влюбилась в него? Опа. Я никого не люблю. Я только себя люблю. И работу. И правильно делаешь. Ты моя сестреночка. Ну что, пошли? Пошли. Слушай, мы сегодня много чего сделали, да? До сих пор встретил множество людей. Но эта девушка особенная, не похожа на других. Несмотря на то, что ей пришлось пережить, она довольна жизнью, она умеет быть благодарной. Ее душа нуждается в заботе. Эх, жизнь, какие только ты даешь испытания, измучила такую молодую девушку. А она тобой всегда довольна. Алло? Здравствуйте, Акек, как вы?
Как ваше самочувствие? Нормально, как вы сами, Добро? Не устаете? Спасибо, у вас все в порядке? Как домашний? Спасибо, слава богу. Как ваши дела? Спасибо, хорошо. Что-то мы с вами давно не виделись, да? Не говорите, давно не виделись. Может, встретимся как-нибудь? Посидим и поговорим? Было бы хорошо. Когда вам удобно? А что, если завтра? Это возможно? Ну, хорошо, договорились. Отлично. Всего доброго. И вам всего хорошего, Аке. Хорошо. С кем вы говорили, Давронаке? А, помнишь, Шерзот Аке? С ним говорил. Да, ну и как он? Да, у него все в порядке. Хорошо. Надира, какая все-таки жизнь интересная. Этому парню тоже пришлось пройти много испытаний. Наверное, на свете нет людей без проблем. У всех свои заботы, свои проблемы. Да. Жизнь этим и интересна, Давронаке. Да, ты права. Сегодня я ходил в пару мест по поводу работы. Так? Но пока ничего не получается. Вот и думаю об этом. Не расстраивайтесь. Все будет хорошо. И работа найдется. Ведь мы сейчас живем неплохо. Ведь у нас скоро родится наш ребенок, правда? Кроме этого, у нас все есть. Я так завидовал своему покойному брату, потому что у него была такая хорошая жена. Я такой больше не встречал. Но, слава богу, судьба мне подарила чудесную жену. Я достиг настоящего счастья. Ведь счастье не в деньгах, не в вещах, а может быть, в спокойствии. Хорошо, что ты есть. Ну ладно, я пойду. Займусь делами. Если что надо, скажите. Угу. Ладно, хорошо, иди. Глаза, подруга. Ты единственная моя опора. У меня больше никого нет. Я знаю, ты меня слышишь. Не бросай меня. Открой глаза, пожалуйста. Ты еще будешь счастлива. Тебе не идет так лежать. Вставай, Дуньо. Дуньо, ты меня научила правильно жить, честно работать. А теперь на полпути хочешь оставить, да? Только ты меня слушаешь. Пожалуйста, у меня кроме тебя никого нет. Только с тобой я могу поделиться своими бедами. Только ты способна меня услышать. Только ты меня слушаешь. Пожалуйста, очнись. Не бросай меня. У тебя впереди большое будущее. Ты должна стать известной журналисткой. Ты должна надеть белое платье. Я сама тебе сошью его. Мы вдвоем еще многое можем сделать. Ну, вставай, Дуньо. Не бросай меня. Не оставляй меня, Дуньо. Я вам тоже купил мороженое. Спасибо. А где Джамшит? Джамшит пошел за очень красивой кореяночкой.
Ему тоже девушки нужны. Он же не знает языка. Нет, не знаю. Кажется, не знает, да. Мне и английский с трудом дается. Я вам помогу с английским, хорошо? Было бы хорошо, а я вам с корейским помогу. Ладно, хорошо. А как будет по-корейски «здравствуйте»? Анансио, все же знают. А как же будет «до свидания»? А не, акасио. А, почти одинаково. Да, почти одинаково, вы правы. Правильно. Да, кстати, можно позвонить с вашего телефона? Да-да, конечно. Ташкент, можно позвонить? Можно, можно. Вот здесь, нажмете? Алло, как ты? Амита, это ты? Да, это я. У тебя все нормально? Да, все нормально. Как Дуньо? Она пришла в себя? Да, я собираюсь ее навестить. Она еще в коме. Если бы она очнулась, ты бы об этом узнала. Ты все еще переживаешь? Да, я не могу к ней поехать. Если бы ты приехала, ничего бы не изменилось. С ней рядом ее мама, папа, сестра. Я тебе обязательно позвоню. Как только появятся какие-нибудь новости, угу. Ты не переживай. Ладно, я звоню с чужого телефона. Я еще перезвоню тебе. Ну ладно, Умида. Береги себя. Вы все переживаете за подругу, да? Угу. Видимо, вы очень близки с ней, да? Да. Когда нет рядом близкого человека, то очень сильно скучаешь. Да, оказывается так. Я тоже по своим родным очень скучаю. Очень жалею, что когда был дома рядом с ними, то не ценил их. Дуньо, ну что с тобой? Почему это с тобой случилось? Ведь совсем недавно мы были вместе. Ты еще так о многом мечтала. У тебя были большие планы. Тебе многое пришлось пережить. И только этого не хватало. Помнишь, как в детстве мы с тобой вместе игрались? Я не давала тебе свои игрушки. Ни одну не давала. Попроси их у меня сейчас. Я тебе все отдам. Я и душу свою тебе отдам. Только не бросай нас, родная. Сестренка, открой глаза. Я не смогу без тебя жить. И папа не сможет, ведь ты же знаешь. Он тебя так сильно любит. Он больше всех нас любит тебя. А я его ревновала к тебе. Дуньо, пожалуйста, открой свои глаза. Ты мне очень нужна. Ближе тебя у меня никого нет. Только с тобой я могу делиться секретами. Я буду рядом. Надира, не уставай. Здравствуйте, Дауранаке. Ну, как ты? Да, а как вы отдохнули? Спасибо, все нормально. А ты как? Хорошо, спасибо. Вот. Приятного аппетита. Угу. Чай.
Надира? Да. В последнее время ты очень перегружаешься работой. Тебе лучше немного поберечься. Побольше ешь. Ты должна теперь кушать не только за себя, а за двоих. Хорошо. Может, еще что-нибудь приготовить? Нет, спасибо. Мне нужно быстрее покушать, так как должен встретиться с Шерзотаке. Хочу с ним поговорить по поводу одной работы. Он нашел работу? Нет, я хочу начать одно дело. Получится, получится. А нет, так нет. Бог поможет. Да, обязательно все получится. Приятного аппетита. Угу. Если что-нибудь понадобится, зовите. Хорошо. Как ты? Что-то ты задержался? Да, с домашними разговаривал, поэтому задержался. О, это же Лайлахон. Это не Лайло, а золотая рыбка. Ну, ты ее не упустишь. Алло? Алло? Икромаке? Да? Мне деньги не нужны. Пусть все остается вам. Если тебе не нужны, то эти деньги мне нужны. Если будет нужно, еще добавишь. Послушай, друг, это грязные деньги. Они тебе впрок не пойдут. Зря ты это делаешь. Слушай, опять не начинайте свои разговоры. Жизнь так коротка, поэтому нужно жить с удовольствием. Вот что получается. Разве плохо? Ладно, поехали, там ребята тебя заждались. Поехали. Если не хочешь с ними жить... Сама уходи, скатертью дорожка, иди. Ой. Вы тоже ее защищаете, да? Да? Дайте мне лекарство от боли в горле. Братишка, дай мне лекарство от головной боли. Подожди, а? Я думала, зачем они берут у меня столько платьев, а они их потом на базаре продают. Конечно. Unutmagay, gün unutmagay, gözlerini kormasam. Şamda kuyaş ham batmagay, gözlerini kormasam.